Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 20 июля, 5 часов 35 минут утра. Шекелюшка справляется с обязанностью «Разбуди маму» на отлично. Присоединяйтесь ко мне, утренний кофе готов. Кто пьет чай, присоединяйтесь с чаем. У нас все нормально, свет, газ, вода, связь есть, все потихонечку работает, все в режиме. Единственное, конечно, за вчерашний день и ночь очень много у нас было воздушных тревог. Мы насчитали 10, последнюю тревогу отменили почти без 24 утра. На данное время воздушной тревоги нет, все тихо, спокойно, все нормально. Ночью, друзья, спала крепенько, ничего не слышала. Пишут, что прилеты были в Запорожский район, но нам не было слышно, слава богу. Главное, чтобы люди не пострадали. По нашей программке прогноза погоды показывает 17 градусов на улице, так вот прям дышится прохладой с утра. А в квартире, конечно, плюс 25. Душновато. Вот окна открываем, тогда как сквознячком нормально получается. На сегодня после обеда обещают прям дождь и на целый вечер. Поэтому кто на работу, возьмите с собой зонтики. Не знаю, сегодня как-то невероятно вкусный кофе. Тот же кофе, все то же, но почему-то. У вас бывает такое? Все вроде то же, но иногда вкуснее, иногда нет. Наверное, чайная ложечка была немножко больше с сахаром, и так чуть-чуть слаже. А, я насыпала другой сахар. Вы знаете, вот бывает, что купишь сахар одной марки, другой марки, один слаже, а другой нет. Вроде же тоже две чайные ложечки положила сахара, но вот кофе прям такое сладенькое-сладенькое получилось. Вот как и соль. Многие сейчас, смотрю, обращают внимание, что сейчас соль такая, солишь, а оно не соленое. Больше приходится солить. Сейчас начнется закупорка. Вот тут угадать с солью, да? Сколько положить, потому что разные производители. Ну, будем надеяться, что огурцы выдержат, когда их будут закрывать. Ладно, друзья, я буду монтировать видео. Делюсь с вами нашим вчерашним вечером. Вчера просто у меня было такое удивление. Нам принесли такой гостинец. Вы себе не представляете. Кому интересно, садитесь поудобнее. Всем приятного просмотра. И, конечно, друзья, мирного дня. Всем привет еще раз, друзья. Сегодня хочу показать вам, какой у нас гостинчик от наших подписчиков, друзей Владимира Литвина и его жены Натальи. Друзья, спасибо вам огромное. Я вот сегодня прям у меня пижамный день, я практически полдня спала, отдыхала, и тут просыпаюсь. Муж говорит, что это? А кто это? Кто этот добрый волшебник? Что это нам принесли? Это... Я даже не знаю, как выразить словами. Спасибо вам огромное за такое угощение. Смотрите, какие сливы. Это у Владимира с Натальей растут на даче. Смотрите, какая красота. Здесь два сорта. Вот такие синие. И сейчас. Ну, вот такие вот розовые. Он говорит, это больше алыча. Вот это алыча, но они такие крупные, друзья. Вот.
и синие крупные, и розовые крупные. Артур сливы обожает просто. Это... А мы с Шекелем обожаем в этот пакетик. И еще пакет нам вот таких абрикос. Это, скорее всего, знаете, вот как говорят, колеровка, да? Смотрите. Громадные какие абрикосы. Вот тут вижу прям мягкая-мягкая, вот чуть-чуть поддавилась, а сейчас ее сполосну и дадим нашему дружочку. Сидит, ждет. Абрикоски, абрикоски от друзей. Тра-та-ти-та-ти-та-та, это Володя для тебя. Я танцую, тра-та-та. Сидеть, сидеть. Ой, это настоящий друг, да? Настоящий друг. Ой-ой-ой, сидеть, сидеть. Я тут приготовила, думаю, что это будет капать, потому что, ой, смотрите, нам мяса не надо, сосисек, колбас и сыра не надо. Мы кушаем абрикосы. О, какие витамины, о. Я сидел, ждал, пока меня угощение принесут. Ой, какие колбасы, да? Кормите своих малышей абрикосами. Ой, абрикосы ж большая, шекелюшек. Давай, давай скажем Владимиру с Натальей сидеть, сидеть. Большое спасибо. Спасибо? Громко. Громко. Очень вкусно, скажи. Ребята, это так вкусно. Ой. Вот как ты ему откажешь? Ой, какая вкуснота. Гляньте, такую громадную абрикосу съел. Все. А кто утром большую смс-ку оставит? Шекелюшек. Все, все, зайка, все скушал. Нету, нету. Шекелюш. Он не верит своему счастью. Все, вкусно? Тем, маму. Да? Ой, давай, воздушный поцелуй всем нашим подписчикам. Да, Шекелюш, сидеть. Ой. Сильно быстро съел. Да, сидеть. Тем подписчиков. Скажи, целую носики. Я решила приготовить компотик. Артурчик покупал белый налив. Артур, почем ты покупал? 25 гривен за килограмм. И помоем вот эти сливки. И приготовим компот. Водичка у меня уже кипит. Вот, друзья, я уже накрышила яблочек, слив, убрала косточку. Водичка у меня кипит. И сейчас прям вот так вот в кипяточек добавляю наши фрукты. Ой, какой же будет вкусный компот. Сейчас добавлю сахара и добавлю водички. Я люблю, чтобы кастрюлька была полная. Сахар я добавляю по своему вкусу. Мы попробовали сливу, яблочко. У них присутствует своя кислота, поэтому я еще попробую на вкус. Я люблю такие, знаете, кисло-сладенькие компотики. Если мне не хватит кислоты, я тогда могу добавить лимонную. Вот смотрите, друзья, я уже долила водички. Скоро закипит мой компотик. Вот уже закипает, хочу вам показать. Смотрите, какой красивый цвет дали сливы. Вот такой вот компотик получается. Не знаю, вот как поярче показать вам. Попробовала на вкус, он, знаете, такой... кисло-сладенький получается, и мне совсем не нужно добавлять лимонную кислоту. А здесь у меня закипает тоже водичка. Смотрите, она уже подсолена. Добавила немножко растительного масла
и буду варить любимые вермишельки. У нас вот такая вермишель хуторок. Будем ее готовить. Водичка кипит. Здесь в пакете 800 грамм. Как-то в хуторке всегда вроде раньше было все по килограмму, если я не ошибаюсь, то здесь вот 800 грамм. Вот, смотрите. Я вот немножко еще оставлю, все, не буду варить. Все, хорошенечко сейчас перемешаю, чтобы ничего не слиплось. Я компоты долго не варю. Вот буквально закипел компот. И выключаю, чтобы не убивать все витамины. Вот такая вермишелька. Довольно-таки вкуснючая. Видите, там сливочное масло. Я люблю, когда оно тает. И вот наша рыбка. Присоединяйтесь к нам на ужин. Очень удобные вот эти полотенечки на солнышко. Выделила. Ну, будем же рыбку кушать. Тебе дать хвостик или какой тебе положить? Ну, что-нибудь положи. Артур любит хвостики, а я нет. Помните, как в служебном романе? Вам какое вино будет, белое или красное? Белое или красное? А все равно, говорит, какое. Так вот и мне, ложи какой-нибудь кусочек, все равно какой. Это вот сейчас смотрю, Наташа с удочка разлаживает. Тебе полить под девочку? Да. Стучат там что-то у соседей. И вспомнил анекдот. Рубрика «Анекдот в студию». Когда спрашивают: «Сара Абрамовна, расскажите такие секрет своего знаменитого заливного судака. Как вы его так вкусно готовите?» «Ой, и что там такой секрет? Идете на привоз, берете хек и заливаете всем, что это судак?» У нас настоящий судак. Да, вы видели. Людочка, привет вам огромный. Люда сказала: «Наташа, это у вас просто редкостный золотой улов судаков. Ну, давно это редкость была поймать здесь. Не знаю, насколько это правда-неправда ловили или нет, но это в черте города получается». Не, ловят, ловят нормально, поверьте. Может быть, это вы там не замечали? Мы вот 2 года здесь находимся, вот, да, живем в Запорожье. Ловит? И у меня очень много знакомых ловят судаков. Я сам лично видел, как они их ловят. Все просто. Я не спиннингист, потому что судак ловится в основном на спиннинг, там на определенные снасти. У меня они как бы есть, но я этим не занимаюсь, ну, оно мне не зашло. А это вот судака случайно поймал именно на обычную снасть, на обычную... Это фигуру. Золотой улов редкостный. Редкостный. Вот для меня это редкостный. Спасибо большое. Вкусненько. Артур любит вермишельку. Я вот именно в макаронных изделиях обожаю вермишель просто. Да, все макароны ем, не вопрос, но вот вермишель обожаю. Я от нее просто толстею. Вкусно-вкусно. Вы знаете, тоже анекдот такой. Говорит: «Зоя, а как это твой муж так хорошо похудел? Что он делал?» «Так что, на рыбалку ходит. И что, на рыбалке так худеют?» «Ну, я ему сказал, что поймаешь, что и поешь». Видите, я нормально улов ношу домой. Ой, а я не помню, кто-то писал уже давно в комментарии. Помнишь, там это... Муж или рыбки захотел, или я не помню, или ужин спросил. А жена говорит: «Удочка за дверью, иди лови». Я не помню такого. Я не помню, или... Не помню, или Ирина Мисилова, или, может быть, нет. Я не помню, ну,
Это было давно, но это так было прикольно. Не, ну по своей сути оно да, оно прикольно. Это жена, приготовь рыбки. За дверью заглянь. Так здесь же удочка, вот пойди споймай. Ну, типа такого, я так думаю. Ну, так оно и было. Очень вкусная рыбка получилась. Наля написала нам рецептик, мы приготовили. Я практически тоже так готовила раньше, только не добавляла сметанку. Сейчас добавила сметану. Да, это вкусненько. Рыбка сочная. Я вот уже полкусочка скушала. Очень нравится. Она писала нам рецептик. Канал называется Наля. Но это Наталья. Наталья, привет вам огромное. Теперь мы знаем, как вас зовут. Да. Спасибо вам огромное, что вы с нами, поддерживаете нас. Пишите нам всегда комментарии. Очень-очень приятно. Сейчас я рыбку попробую. Ух, какая красивая. Косточек нету, ты такое обожаешь. Может, маленькая попасться, потому что от чего-то отломаться. Да, уже есть. Надо я как Эктор Хименес Браво. Пережевываю, ищу косточку. А, так ты шутить будешь? Нету, косточек нету, вкусно. Просто обалденно. Я уже думала, ты нашел. Нет. Ну, у меня есть вот, по-моему, это косточка, да. Вот, манюсенькая. Ну, я ж не все вырезал, это боковые вот эти вот. Ну, да. Может быть. Это не та косточка, которая в карася, в карпа. Очень вкусно. Кстати. Друзья, сейчас я тебя перебью. Жарила. С двух сторон под крышкой. Парила очень хорошо в томатном вот этой заливке. И плюс сегодня мы разогрели в микроволновке. Если там даже что-то было, микроволны это уничтожили. Ну, чтоб уже совсем спокойно было. Ну, как это в том анекдоте, помните? Когда говорит, я, говорит, своего сына сначала повел в церковь, потом, говорит, повел к мусе, говорит. А потом кровину, говорит. Теперь он у меня защищен тремя рогами. Так вот и у нас. Мы защищены тремя видами приготовления. Термической обработки. Косточки. Ну, не без них, но это не те страшные. Это можно вытянуть. Это в подливе. Это то, что там распалось. Боковые ребра. Кстати, я вчера... задавал вопрос, когда я рассказывал, что вот я в шахте работал, я тоже попал на этот налог. Да, на этот налог. Я говорил, за что я плачу, чего у меня нет. И только два человека ответили на этот вопрос. Ну, может быть, остальные невнимательно смотрели, не услышали этот сам вопрос. Но вот написала, сейчас я вам точно скажу, таешь ты, Матрёшь, Наталья Трофимова написала. Что... Наталья, вам привет. Да, вам большой-большой привет. Она написала, что это налог за бездетность. Да, все правильно. Мы, вот мужчины, до развала Союза, мы платили именно за бездетность. Так как вот если у человека нету детей, он платил за бездетность. Налог такой был хитрый. И второй человек написал, это у него тут интересно так называется, МС Мадмакс 71. То же самое. Он написал, это закон о яйцах. Ну, это в простонародье. Да, наверное. Это так называлось. Назывался закон за яйца. И вот как бы это так и есть. Потому что мы реально у всех полностью с 18 лет взимался этот налог за бездетность. Если у вас не было детей, вы платили определенный процент зарплаты. И эти деньги уходили... Ух, извиняюсь, макароны выпадают, вермишель. Эти деньги уходили в никуда. Никто не знал, куда они идут. Ну, может быть, я вот так сейчас слушаю и думаю, что, скорее всего, они шли многодетным семьям, потому что раньше помощь была многодетным, у кого больше трех деток. Я помню, у нас в классе были может такие быть. Одноклассники. Но факт им в том, давали... что тогда налогов было везде хватало, и ну, всем все было. Платили, и у всех зарплаты были, и все жили, ну просто вот но куда эти деньги шли? Ну это не накладно было же, не накладно. Этот налог не такой уж большой был. Нет, я точно не скажу сейчас, сколько он был, вот это вот не буду говорить.
чтобы не выглядеть лгуном или брехуном, потому что я не помню. Я застал его буквально немного, но застал. А у нас родился сын. Да. Мне было 20 лет, а Артуру 21. Поэтому... Так что... Долго не пришлось платить. Не, и тогда и союз уже распался, уже в 90... В 93-м, по-моему, году его уже отменили, и никто ничего не платил. Угу. А мы в 94-м расписали. Да. Поэтому как-то так. Спасибо большое, что участвуете, отвечаете на наши вопросы, подсказываете нам. Нам очень приятно. Мы вместе с вами, вы вместе с нами. Это... И не забываем о нашем прошлом. И смотрим в наше будущее. Так это же оно наше. И живем нашим... Да. Нынешним, поэтому... Это у нас не отнять. Да? Наше счастливое детство. Да. Ну, друзья, мы продолжим кушать. У нас очень вкусно, очень. Я ем с удовольствием. Так Но что? Сижу и вспоминаю, как ел в детстве макароны из вермишели из прямоугольных пачек. Часто густо бывало купишь, а они сырые. Я уже вам рассказывал когда-то, на сковородке их обжаривали, сушили. И они вкус приобретали еще больше вкуснючее. Все, друзья, на этом... Мы обязательно перевернем страничку в светлое, мирное будущее завтра. Спасибо, что вы с нами, поддерживаете нас. Спасибо, что вы у нас есть такие, как есть. До следующей встречи. Пока-пока. И не забудьте поставить лайк. Класс, лайк, как он правильно называется. В подобайку не забудьте поставить. Все, всем пока-пока. Бай-бай. Бай-бай. Мама!